это источник. А у кого еще было такое буквы? Клин такой. Рубец. Структурка. Собачку своего почему-то увидела. Так, уже лучше. А откуда у собачки песика? Нет, у собачки его нет. У собачка там рядом находится, у кого-то есть рядом. У кого есть рядом? Там мужчина этот, который... У него как большой такой экран сзади него. Вот тут куча таких пробирок и как это ротонды какие-то, не знаю, что это такое. Вот так вот перекрученное что-то идет. А сзади него такой большой экран. И там вот эта буква В вот такими большими, как кристаллами выложена. И вот каждому этому кристаллу какие-то формулы. Ну, нарисованы, прописаны, но это немножко не так, они просто светятся. Вот знаешь, как вот такие соты, какая-то валентная связь, что-то Откуда у прорисовано. него Вот я соты вижу. и символ В визитеров, символ твари? Откуда в той вселенной, технической, магической, скажем так, которая выше, куда тварь еще не дошла, символ твари? Так как не только твари символ, это еще и символ того вируса, который он создал. Он разрабатывал этот вирус. Как он потом пошел в пользование к Рою? Этим вирусом весь Тор был заражен, или какая-то часть Тора, скажем так. Я не могу сказать, что весь, но вот низ весь. А он зачем его делал? Такое впечатление, что он Тор хотел вывернуть наизнанку. А зачем ему это? Хотел создать свой Тор или другой Тор, антитор, что-то, что не соответствует, ну, полностью зеркальное. Только не создать новый Тор, скажем так, а переделать под себя существующий. Ему Вот зачем именно это? как вывернуть наизнанку. Зачем ему это? Вот идет просто идея фикс. Он хотел добиться чего-то, доказать кому-то чего-то. Он как посмешище, как изгой, как тот, кого не принимают всерьез, или тот, кто очень сильно обижен. Чем-то похож на Охлобыстина, ну, скажем так, типаж похожий. Ну, вот такого плана. Покажи малышу эту ситуацию. Дотянется он туда? Интересно. Там стоит какая-то как защита. Невозможно для, ну, как попасть, не знаю почему. Вот он дотягивается, а там вот так идет как замыкание, знаешь, жух-жух-жух, перегорело, и он назад отпрянул. Жух-жух-жух, перегорело, Ну, он это назад. квантовый ком, То там есть это более какое-то совершенный, чем силовое он, поле. естественно, да. Круто. Собачки, той покажи песику. То собачка знает об этом. Ну, пусть малыша собачка поведет. Нужно перекодировать собачку. У собачки какие-то функции, что он далеко не отходит. Нужно сейчас мы его перекодируем, убрать вот этот Та поводок, собачка и правильно? собачка здесь уже одно целое, они могут связываться. Малыш, ты так Но все равно тупица. я вижу. Что? Малыш тупица, страшно сильно. Не знаю, Илья. Я вижу, что я просто ну, вот поводок собаки снимаю, он бежит к этому. Как пробивает окно.
Ну, то есть какой-то провод, как штекер, Да, что-то от да, да, малыша да. берет и тащит туда. Таким образом, да, может. Угу. Некоторые файлы уже есть у малыша, и многие файлы из той вселенной уже есть у малыша, только те, которые были занесены, скажем так, из этой вселенной, они уже претерпели изменения. А те, которые сейчас на этой стадии, они еще не измененные. Пусть он получает информацию о вирусе, да и вообще все, что можно. И пусть делится информацией с корабликом. В этом моменте я вижу грозную флотилию. Они еще все вместе, они еще взаимодействуют между собой, все корабли. Если брать по времени тот отрезок времени, тот участок, они новые. Такое впечатление, что дерево, вот знаешь, как сосна свежая, струганная, совсем-совсем свежая такая. И вот информацию о вирусе и антивирусе туда, в тот рой. Там тоже какое-то силовое поле. Обратно нужно кого-то переподключить. Вот Так сейчас я кораблик, у вижу, что кораблика все есть. кораблик может отключить это силовое поле. Открыть для взаимодействия. Да, состыковались. Ты знаешь, я в то время вижу даже вот этих джинов, только они еще квадратные, как кубики льда. Они еще просто свободно перемещаются по Тору, но они квадратные, вот именно как лед. Просто по энергии чувствую, что это они, но они еще совсем на уровне пикселей и как не пораженные еще какое-то действие выполняют, просто какое-то действие, как связующее что-то. Вот имф тогда тоже антивирус. Малышу покажи им их тогда. Вспомнила, где еще мы такое выявили? Нет. Цветок кто тебе дарил? Цветок кто тебе дарил? У него в голове вот так было. На мозг вот так давила, вот так вот полностью, и Точнее, как мозг пружина его так отбрасывала. отщепила, да. Так вы же вы. Покажи малышу эту ситуацию, эту букву В. Тогда. Да, показывает там, как помехи какие-то идут, но они могут состыковаться. Собачку впусти. Там. Да, хорошо.
Вселенная Почему создана, я да. Тантали совсем забыла-то? Вот хороший вопрос, почему ты забыл эту замечательную ситуацию? Потом мы еще кого-то находили, несколько конов или Да, кого, у кого были вот такие же да, буковки В в мозгах. да. И почему буковка В это у меня сейчас проявилась, когда она уже была убрана и прочее? Это программа уничтожения, что ли, у тебя этот вирус? Вирус на уничтожение Она кого и чего активируется в каком-то... заточен? От тебя именно. Она активируется, когда идет какая-то большая опасность. Не знаю, что это такое, это большая опасность. Какое-то глобальное изменение, как перетрансформация. И тогда оно идет, как ты, тот, кто должен вот расформироваться. Вот. Это какой уровень? Уровень чего? Вирус кого расформировывает на более нижнем уровне? Но не человека однозначно, а того, кто держит все структуры. Да. Это вирус для конов. Да. Для переформатирования Тора, перетасовки вселенных, а вселенные связаны конами между собой. Как этот вирус попал прошлое и попал в Туэль и Дуском и Красно-Черном, если он создан тем ученым в другой вселенной отдельной? Пузырь пробивает и выходит за пределы Тора. Пытается вот изнутри, вот знаешь, как... Ну вот Тор, да, как яблоко. И пытается изнутри вот так захватить, и вот так вот через все, как через половинку яблока протянуть, шкурку прокусить и выйти вот туда наружу. Только все равно наружу как пузырь остается. Это не просто в пространство вышло, а вот просто вот такой, знаешь, ну как пузырь из яблока Из торчит. безвремени нижмирья он пытается воздействовать на весь дальше, на весь Тор. Что происходит? Куда он? Что он делает? Программа Тор какая? туда пытается... Он пытается туда втянуть Тор, он берет ресурсы какие-то и туда просто как перекачивает вот в эту свою вселенную, в этот пузырь, чтобы он становился больше, и тогда вот на изнанку просто, как я и говорю. Но встреча их с красно-черным, когда произошла... Или я такое впечатление, что это все уже было как задумано. Потому что он где-то вот здесь рыскает неподалеку. Раньше появился красно-черный, либо ученый. Раньше появился красно-черный, да, и потом только ученый уже усовершенствовал то, что уже было. А как Это вот буковка В, идея как то, пришла к что этому ему было... ученому? Еще раз. Как эта идея пришла к ученому? Ну, какую-то часть вируса, которая еще не была мутирована, а только на уровне изменения в мозге было, ему было заброшено девочкой, как по голове его стукнуло. То есть получается, он лишь на ином уровне воплотил уже существующую идею. Ну, скажем так, модифицировал ее. Он просто как, знаешь, как жертва или как тот, кого вот как подстава это, ну как он как Инструмент. выполнил, да, инструмент, правильно.
Вот как эта буковка В есть, и он просто расписывает, записывает, записывает. Он немножко изменяет, видоизменяет, усовершенствует. Но это уже есть, вот сама вот структура. Девочки, ты сотри эту все-таки в. Девочка с собой его принесла. А когда у нее появилось это? Когда она еще была в своей вселенной, там ей медузка забросила. Ну, смотри, у медузы как будет как бы. Откуда у медузки? Да. Я вижу, как яблоко пополам ломает, вот. Медузка и красно-черные, две половинки яблока. Один себе забирает, одна медузка отдает. Большая медузка, их две стоят. Одна и проекция, а второй. Вот тот, который впереди стоит, вот кусок яблока дает ей, а кусок себе оставляет. Так, а буква В это где появляется? В яблоке или что? Вирус-то? Ты понимаешь, я вижу, как косточку из этого яблока бросает эта медузка, и девочка уже заражена, у девочки уже буква В, она прорастает. Яблоко это символ Тора или яблоко что? Либо они типа поделили такой заговор против Творца. Вот это я не совсем понимаю, или скажем так, совсем не понимаю. Я вижу просто картинку, как вот они втроем, один, второй, и проекция за его спиной еще одной такой же медузки, просто разламывает пополам, одну себе, одну им дает. Буковка В изначально от красно-черного либо от медузки. Буковка В изначально от красно-черного. Медузка тоже, можно сказать, инструмент. Но добровольно, но все равно инструмент. Красно-черный к медузкам откуда пришел? Прости, не услышала, связь пропадала. Откуда пришел красно-черный к медузкам? Снизу пришел, сразу был вверху, потом был внизу и оттуда пришел. Он всегда снизу был. Нет, не всегда. Его туда как пригвоздило, чем-то сбросило, пригвоздило. Какая-то огромная палка шурух в него, и он там пах и распластался. Он был там уже внизу, либо вместе с палкой упал вниз. Перед палкой он убежал туда вниз, и потом палка его догнала. А перед тем он был вверху. А почему он туда убежал вниз? Прятался, по-моему. Так. Насколько я понимаю, убегал или прятался. Нарушил что-то и пытался там скрыться. Его догнало там внизу как возмездие. Вот эта палка Вот. идет как Вот. кара, как Где он возмездие, был и как что что-то, нарушил? ограничение. Да. Был вверху. Это он возле Творца был. Сидел по одну сторону, а второй сидел по другую сторону. Второй кто? Если бы этот тронуться, боюсь ошибиться. Да ну, Илья, второй это ты, не ошибусь. Что же он сделал-то? Хорошо. Он полетел вниз, и его вот эта палка как достала. А ты тоже пошел вниз, но не так далеко. И какой-то вот как пласт большой ты занял. И там как причаился, стал ждать его. Почему-то. Слой, да.
Слой, да. Изолирующий слой нижней треть тора изолировал. Что ж он нарушил-то? Почему я этого не помню? Ну, я был в другой сфере, да. Не знаю. Хорошо, ясно. Вирус, покажи малышу, пусть везде удаляет. Пусть делает антивирус. Такое впечатление, что это как, знаешь, вот как этим раздают медали, да? Первое место, второе, третье. Вот первое место там сидит творец, второе там он был, ты на третьем месте был. Но у вас ступеньки были одинаковые. Не суть, а что он нарушил-то все-таки? А потом я вижу, его ступенька становится больше, больше, больше. Его как придавливают, чтобы он опустился на один уровень, и все равно растет, растет, растет. А потом начинает убегать вниз, и следом за ним этот посох летит. Наехал на дворца. Как тут? Ладно, ты сам. Антивирус. Нужно делать. А вирус содержит часть этого, скажем так, генокода, изначального кода этого красно-черного. По сути, код Творца только изменен. Смотри-ка. Как изменили код Творца, который был в нем, потом поменялся. Сама идея. Заложены в некой программе. Идти Да, против создателя. я поняла, о чем ты. Я вижу это, как знаешь, часть вот там, где его этот посох вот сюда в плечо пригвоздил куда-то в бок или в плечо, не очень вижу куда. Проткнул его в плечо все-таки, по-моему, оттуда капелька его плоти и капелька этой крови и капелька посоха как отломалась, знаешь, там такое впечатление, что кремниевый наконечник или чего-то наконечник вот отломилось чуть-чуть, это все смешалось. Как-то так, Илья, ну прости, вот так Ну только ясно, увидела. ясно. И как он стал это все использовать? Там просто сила Творца немножечко, а остальное перекодировал своей, вот своей плотью, своей кровью, ну своими программами какими-то. Просто Творца как для усиления. Идея Творца на разрушение. Хорошо. Отделяй его от Творца. Вот есть воля Творца на разрушение этого вируса, а он вирус. И воля То есть, Творца насколько я едина. понимаю, кусочки этого кремниевого состава, да, но нужно Отправить просто, от Творцу. Да. да, чтобы это не было смешано. Угу. Чтобы красно-черный больше не использовал. Я это делаю то же самое, прикасаюсь к этому кусочку. Откуда-то. Он сразу прикрывался, там какой-то как блин лежит такой большой расколотый этим посохом, скажем так. И все равно он в него встрял. Но если бы он не прикрывался, его бы, наверное, убило сразу. Что за блин? Не знаю, щит какой-то. Откуда он его взял? Какая-то сила, та, которая позволила ему вознестись, или та, которая позволила ему взять верх, вот когда двое сидят. Доброкачественная опухоль, а он стал раковой опухолью. До этого был просто развивался.
Баланс был нарушен. Созидание, разрушение. Он начал разрушаться больше, чем надо. Две силы было буквально. Баланс держал Творец, как у всех. Ладно. Малыш антивирус сделал. Что ты сделал? Пусть общается и раздает всем квантовым компам, чтобы у него под контролем. И кораблику. И синим. И собачке. Впечатление, что он просто берет из пробирки что-то выливает, вот как на пол. Но оно растекается не просто лужицей, а вот кровеносная система. Туда, 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 знаешь, разные артерии. Да, и кристалликом. И себе в корпус строит автоматом, чтобы любые попытки его взломать вирусом приводили к переподчинению вируса автоматически. Скажи, пусть сам чуть выпьет. И тебе нужно. И мне пусть тоже. Как ошейник какой-то ты снимаешь. Острый, но все равно вот то, что на шее вот так клином. Буковковая, да. Замечательно. Да, работает. Надо усвоить, переварить. Чуть мы давно синих не вспоминали. Как они? Сейчас, подожди минуточку, или я откликнусь от того Хорошо. события, от того времени. Не нужно, я могу на втором экране посмотреть, все нормально. У меня это изображение тут синее, вот тут где-то вижу. Злобные какие-то, но в штанах. То есть уже не хвостик, уже две ноги, все нормально, но такие. Неудобный трет, да. Ничего. Да, недовольные. Это со мной вообще не разговаривают, знаешь, как женщины. Не Я вот так, разговаривают. знаешь, вот Да, так да, вот. да. Обижульки. Пусть обижаются, ладно. Им уже не интересно, потому что ты разрешил. Вот ты сказал, пусть обижаются, они раз поворачиваются, знаешь, как вроде вот ты разрешил, что хорошо, обижайтесь, и им уже так как-то не очень. Лишь бы наперекор, да. Поиграться, обмануть. Суть осталась. Ладно, пусть обижаются. Мы и без них справляемся. Смотри, сколько дней мы их вообще не дергали. Ни для битв, ни для исследований. Почувствуй, если с левой стороны под руку тебе пытаются нырнуть. Пусть ныряет. Как знаешь, под крылышко вот так тынк. Хорошо. Испугался. Думал, что незаменимый я тут. Незаменимых нет. Печалька. Жалко просто. Жалко. Красно-черный тоже думал, что он не заменили. Хорошо, что я так не думаю. Совсем ни разу. Да. Ладно, отвлекаешься.
Фу, Небо. глашу. Повело. Я на минуточку, чтобы разрядить на капельку.